Всем привет! Сегодня опять я пришел в дубовую посадку и взял с собой Тишу, Тихона. Вот. Хотел сказать, что Тишку беру, потому что он от меня никуда не убегает, никого не гоняет, ходит за мной буквально вот метр от меня, никуда от меня не убегает. Вот мне нравится больше с ним ходить в лес. Первый белый сегодня у меня. И тут рядом второй такой же грибок. Тоже на большой ножке. Я покажу. Вот он. Белый такой. Красавчик. Вот нашел еще один грибок. Спрятался среди таких молодых деревцев. Вот. Срежу его. Он хороший, он не червивый. Вот. Вот такой грибок. Вот такие маленькие грибочки. Сейчас покажу. Раз, два. Можно было, конечно, тут мелкие оставить. Вот так. Белые. Два вот таких беленьких. В нашей дубовой посадке лисички тоже начинают прорастать. И уже здесь очень много мест, где есть лисички. Вот. Я лисички здесь не собираю. Если мне понадобятся лисички, я пойду в лес. Вот, я его почистил от грязи, чтобы не ругались, что грязным его кладу. Вон какой грибок, на какой ножке. Вот, грибок из сказки называется. Это мухомора. А вот здесь спрятался вот такой грибок. Беленький. Вот он. Видите? Вот такой красавчик. Надо еще смотреть. Вокруг все хорошо посмотреть. А вот здесь прячется вот такой красивый подосиновик. Смотрите. И ножка такая не маленькая, а уже большая ножка, толстенькая. Вот такой красивый грибок. Вон, какие красивые. Видите? Ну, что это, подберезовик или абабок? А? Кто мне скажет? Мне кажется, это абабки. Такие. Не, это такие подосиновики, видите? Он на срезе начинает синеть, так что это подосиновики. А вон там березовая посадка. И я хочу туда пройти как-нибудь. Ну, буду стараться пройти. Поле чем-то засеяно. Я не знаю, что это такое. Может, это пшеница? Вот такая березовая посадка. Здесь уже прорастают сосны молодые. И здесь можно даже найти боровики. Не знаю, найду я что-то здесь или может просто пришел прогуляться. Посмотрим. Во Франции вот этими грибами кормят скотину. Он съедобный гриб.
название этого гриба я не знаю. Ну, блин, эта посадка, она вся в этом грибе. Когда вот он идет, начинает расти, и белые тоже в это же время идут. А вот в этой посадке лисички. А вот еще один большой гриб. Скорее всего, тоже под осиной. Выхожу я из посадки и иду домой. Что есть, то есть. Есть прогулка просто. Вот. Тишкин устал. Тоже хочет домой. Вот они, две посадки. Это дубовая, а это березовая. Видите, по какой траве мне надо туда пройти к ним. Очень тяжело. Сейчас я уже иду обратно домой. Я уже очень устал.